прямое включение. Я наконец-таки еду в каток. Злату оставила с няней. Мне нужно немного перезагрузиться, потому что я реально что-то подустала. Вот. Сейчас посмотрим. Я на каток опаздываю. У меня такое ощущение, что я и не попаду туда просто. Ой, ну ладно. Сейчас посмотрим. Бежим. Мне до сеанса 5 минут, а мне еще бежать и бежать. Спасибо. Хотим сдавать обувь. В общем, меня пропустили. Но здесь достаточно весело. Я 5 лет не стояла на коньках. Ну нет, 4, наверное. Я чувствую себя коровой на льду. Вот, но у меня потихоньку получается. На территории катка даже есть кафе, есть медпункт, много сотрудников, поэтому если вдруг что-то произойдет, я думаю, можно будет к кому-то обратиться. Погода, кстати, достаточно теплая. Люди стоят на маске, все кажется. Вот есть локация в локации, я сейчас туда пройду, покажу вам. То есть вот такой вот мостик, через который можно на коньках пройти и попасть прям к этим фонтанам. Сейчас мы туда попадем. Так, ну я иду, здесь так тихо, это такое место, кто не хочет слушать музыку. Ой, здесь намного лучше лед, кстати. О, елка! Елка, елка, елка. Блин, это мне нужно было реально просто выйти одной на каток. Но эта локация, она более простая, скажем так. Она просто идет вот так по кругу, и все. То есть там ничего интересного. Но здесь лучше лед.
потому что здесь народу меньше, чем там. Вот. А на основной локации есть место, где офигенно лед. Я сейчас туда покачусь. Ой, пришли брать глинтвейн. Я замерзла. Один? Да. Я не думаю, что скажу это, но глинтвейн здесь не очень. В связи с резким перепадом температуры на поверхности льда возможно образование трещин. Да. Каток на самом деле не очень большой, вот он начинается там и заканчивается вот здесь по факту. Но есть еще детская зона для самых-самых маленьких. Ну, в принципе, как бы средняком, не знаю, по-моему, года 4 назад здесь было больше места. Здесь есть вот такая вот локация. Прикольно. Ну, хочу вам сказать, глинтвейн веселит. Падением. Все, я домой. Она очень сильно ударилась лентой. Снимала видосы, называется. Важно? Да, он просто так стоит. Все, вышла я из катка. Фу, накаталась. Как же тепло. Как же тепло в сапогах, в обычных, а не в коньках. Фу. Идем. Не знаю, пойду, наверное, что-нибудь перепишу и прогуляюсь по территории и поеду домой. Кстати, когда я упала, я себе повредила немного ноготь. Очень больно. Только сейчас вот начинает боль доходить и коленка болит. Надеюсь, ничего серьезного не будет. Вот так каток выглядит с другой стороны, так сказать, со стороны обычных мирных людей. Не, ну, я хочу сказать так. Я ожидала большего, мне не понравилось качество катка. Я за это заплатила 1100 рублей. Вот, считаю, что это не стоит того. Возможно, вечером здесь абсолютно другая атмосфера, но днем это такое себе. Вот.
именно по качеству катка. Не говорю про красоту, да, потому что ее по факту нету. Вот. Может быть, опять же таки повторюсь, вечером здесь намного лучше. Не знаю. Сегодня я уже это не застану. Возможно, схожу еще вечерком. Вам поснимаю, тоже покажу. Вот, ну, такое себе. Что-то первый раз, когда здесь была, меня больше впечатлил. Еще года 4 или 5 назад, уже, честно говоря, даже не помню. Отдых на этом закончился. Девочка,